Говорить много не нужно об этой группе. Единственное, стоит сказать, что это был взрыв фанка, диско, начало 70, середины 70-х годов, 74-й, 75-й, 76-й, по 79-й год. И потом моментальное затмение и забытие. Попытались потом в 90-х годах возродить эту группу, но не получилось. Но этот стиль и эта история, которая осталась, она до сих пор просто удивляет умы. Вот тех, кто истинных меломанов, тот, кто слушает музыку, смотрит музыку, просто это поражаешься, откуда столько энергии, откуда столько такого харизмы и драйва.